Приветствую вас, уважаемые комрады и коллеги по хобби. В этом видео я хочу показать, как прибор AK40X Pro реагирует на цветные металлы, на монеты, начиная от ранних советов и заканчивая медными монетами, серебряными монетами. Посмотрим, какие показания ВДИ, как реагирует стрелка годографа на разные металлы. Начнем с одной копеечки ранние советы. Восемнадцать, девятнадцать, стрелочка ровная, сигнал четкий, хороший. Тест провожу на минимальной чувствительности, где-то чуйка стоит 10. Сами понимаете, в квартире много всяких помех. Подстроил его. И теперь 7-герцовой катушкой проводим такие тесты. И показания. 2 копейки ранние советы. Монетка побольше, сигнал побольше. 27-28. Хороший, четкий сигнал. 3 копеечки. Ранние советы. Четкий сигнал. 36. Хороший сигнал. 5 копеек СССР. Хорошая, звонкая цель. 45-46. В этот диапазон попадают и гильзы. Теперь послушаем, как звучит 1 копейка Николая II. Шестьдесят семь. Стрелочка ровная. Идеальный хороший звук. Деньга. Семьдесят пять, 76. Четкий сигнал. Масонская 1 копейка. Шестьдесят пять. 5 копеек Николая II. Крупная звонкая цель. Такой сигнал точно не пропустите. 74-75. И 5 копеек Екатерины. Большая цель, почти 50 грамм меди. 81-80. Четкие точные показания. Пуговка Орлянка. 44. Теперь посмотрим, как звучит серебро. Билончик ранних советов, 10 копеек. 45-46. Почти как пуговка. 15 копеек Николая II. Монетка покрупнее, чем 10 копеек. Хороший, четкий сигнал. 64-65. 20 копеек Николая II. 66 ровно. Хороший сигнал.
Серебряный крестик. Низкий сигнал, 36, низкий звук. Цепочка серебряная. Низкий сигнал, прыгает 20-21. Серебряная печаточка. Шестьдесят шесть, 67, 68. Стрелочка ровная. Хороший копаемый сигнал. Ну а теперь самое интересное. Как звучит 20 копеек, ранние советы 36 года. 13, 14. И как звучит золото? Золотой тоненький образок. Вес грамм. Плюс 3, плюс 2. Стрелка горизонтально вверх. Обручальное золотое колечко. 1,5 грамма. Девять, десять. Колечко всегда хорошо звучит, но золотое, как пивные пробки. Тонкий золотой крестик. Плюс 10. Сигнал. 0, 0, 1. Так звучит, друзья, фольга на полях. Как золото. Ну и печатка. Где-то 9 грамм. Золотая. Хорошая крупная цель. И звучит 35-39 в диапазоне, как у нас звучит 3 копейки ранних советов. Вот так вот, друзья. И сейчас проведем тест, как прибор видит стопку медных монет. Многие его проводят. И да, я сам действительно убедился, что многие приборы вот такую стопку, если ее водить вот так вот катушки, как видите, прыгает то в чернину, то в цветнину. Сигнал некопаемый. Обычно так звучат железяки на полях. Фотограф тоже рисует всякие петли. А вот если перевернуть только 5 копейками вверх Екатерины, тогда сигнал становится более устойчивый. Ну, а плашмя вот. Черный металл. Спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, видео кому-то поможет немного разобраться с прибором, если вы его только приобрели. Примерно посмотрите, как звучит какая монета, из какого материала, как звучит серебро, золото. На этом большое спасибо. Комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всех благ вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч.